Сегодня поступил к нам на ремонт вот такой вот триммер, который называется Good Luck. Вот, причина обращения не заводится. Проверим мы диагностику, ну внешний так осмотр, пока еще не особо диагностику не проводили, просто внешний осмотр. И что мы видим? Первое. В бак был залит бензин с водой. Причем пропорция очень интересная, круче, чем масло даже разводят. 50 на 50, к примеру, было воды и масла, ой, и бензина. Вот, соответственно, мы его слили. Вот, эта вода попала в карбюратор, надо будет почистить карбюратор. Первое. Второй бачок треснул. Вот, данное видео будет как раз про бачок. У нас есть новый бачок. Вот. Но мы сейчас открутим и посмотрим. Может быть, мы сможем отремонтировать этот бачок, что, конечно же, будет дешевле, как мы любим людям делать. Мы стараемся не обдирать людей, делать максимально дешевле и, как говорится, практично. Быстро, просто. Сейчас мы разберем, посмотрим. Бак у нас данной модели держится. Тут защита бака металлическая идет. Вот она. Держится она у нас на 4 винтах. И сам бачок держится, как обычно, на 2 винтах. Вот сейчас мы открутим и посмотрим. Болты откручиваются шестигранником на 4, но могут быть, конечно же, и под обычную крестовую отверточку. Так, два с этой стороны, два с этой стороны. Это мы снимаем защиту бака. Бак треснут очень сильно, прям ливом течет. Поэтому даже не знаю, сможем ли мы его запаять. Так. Все, защиту мы с вами сняли. Теперь будем снимать непосредственно бачок. Здесь у нас будет уже шестигранник на 5. Но хотя могут быть, конечно же, и на 4. А может быть и под отвертку быть. Так, старайтесь, когда снимаете, чтобы шайбы у нас не улетели туда в магнит. Скидываем шланги. Вот. Ну, тут видно, вон оно все в потеках. Все. Бензин прямо лился в магнит и, соответственно, летел со всех сторон. Отставляем его в стороночку. И сейчас посмотрим, что у нас тут с баком. Так, сейчас мы его протрем, чтобы увидеть, где у нас тут повреждения. Бачки редко лопаются снизу откуда-то, то есть только его уронить. В основном ломается, как правило, возле уха крепления. Ну, вот здесь мы видим, у нас трещина идет прямо сильная. Вот туда, а здесь с этого уха у нас целое. Но я вот и видел, что оно вот отсюда прямо ливом льется. Попробуем запаяем сейчас паяльником. Если не получится, будем менять на новый бак. Берем обыкновенный паяльничек и начинаем прогревать пластик, пропаивать его. Немножко как бы сушка. Пластик на трещину нагоняем. Поглубже пропаять.
Герметиками я разными пробовал заматывать. Герметики не держат ни хрена. Может, еще какое-то время небольшое подержит, конечно, но очень небольшое. Вот так вот ремонтирую я уже давно бачки. Они у нас служат долго. Ну, главное, конечно, дырку там новую не пропаяйте. Вот так вот пластиком прям замазывайте всю эту трещину и прогревайте ее хорошо, чтобы она спаялась еще внутри там. Видите, у нас как получается. Как новенькая. Как обычно, сейчас мы все это дело соберем. Сейчас еще, наверное, карбюратор почистим. Видео будет еще про карбюратор. А потом выйдем и заведем, потарахтим, послушаем, посмотрим, течет ли наш бензин. Ну вот так вот, как-то так. Все, больше здесь повреждений не было, поэтому спаяли только это место. Сейчас мы немножечко здесь почистим и соберем все это назад. Так, немножечко мы тут протерли защиту. Бак наш уже к этому времени тут все остыло. Вот, высох. Вот, теперь мы поставим назад пробочку, чтобы мусора туда случайно не попало. И ставим бачок на место. Вот. Ставим его. Тут вот резиновые пятачки. Они у нас упираться вот сюда должны, в бачок, чтобы не повредился он. Вот мы так его и устанавливаем. Теперь берем болт. Здесь у нас на 5 шестигранник. Болтик берем и прикручиваем. Бачок надо подтягивать очень хорошо. Иначе, если открутится болт, очень большой риск, что его нам засосет в вот сюда вот в магнит зажигания. Там он, соответственно, может нанести очень серьезные повреждения как зажиганию, модулю самому, так и магниту. Так что подтягиваем очень хорошо, но при этом, конечно же, мы не должны сорвать резьбу. Если мы сорвем, будет еще хуже. Так, подтянули. Теперь ставим защиту. Здесь вот есть такой специальный зажим. Он нам бак подтягивает, крепит. Вот мы его сюда поджимаем. Вот. С этой стороны у нас были короткие винтики. Здесь уже ключик мы используем на 4 миллиметра. Вот. Здесь подлиннее. В смысле, здесь тоже короткая. С той стороны уже будет подлиннее у нас. Вот. Здесь тоже подтягиваете. Ну, конечно же, ни в коем случае не доводите до того, чтобы сорвать резьбу. Шайбочки сейчас одену. Слетели шайбочки. Вот, с этой стороны у нас уже стояли длинные. Вот мы сейчас ее сюда и поставим.
Вообще проблема баков очень часто. В основном, конечно, это рассыхаются вот здесь резинки со шлангами. Это основная, вообще подавляющее большинство поломок. Но также, конечно же, вот как в данном случае, трещина. Это тоже бывает. Вот. Так что если у вас очень большие подтеки бензина, по триммеру идут. Вот, подтянул хорошо. Наш бак отремонтирован. Если у вас большие потеки идут с отсюда, или же отсюда, вот как видите, здесь все вот у нас в масло-бензиновых смесях, это однозначно бачок. Если где-то здесь будет сальник или что-то, таких сильных потеков быть не может. Сильные потеки идут только от повреждения бачка. Вот, бачок повреждается, как я уже говорил, в основном возле ушек. Так что если вы снимете, можете посмотреть, возле ушек где-то вот, скорее всего, будет у вас трещинка. Либо же у нас рассыхается вот эта вот резинка. Менять надо ее. Вот, ну в данном случае уже бачок отремонтирован. Ну вот, пропускать он не должен. Мы сейчас еще потом сейчас карбюратор посмотрим, потом пойдем заведем. Вот, по поводу замены бачка и ремонта бачка, это все. А вот по поводу карбюратора сейчас снимем еще отдельное видео. Итак, дорогие друзья, вот он наш триммер, на котором мы клеили бачок при помощи паяльника. Заплавили, запаяли здесь все. Вот. И в который у нас с вами был залит бензин, смешанный с водой. Прочистили карбюратор. Промыли его также в бензине. Сейчас заведем, посмотрим, работает или нет. Соответственно, заправили нормальный бензин, разведенный. Все работает отлично. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт luktool.ru. Всем удачи, пока.